Привет! И сегодня у меня на обзоре страйкбольная маска Big Dragon M04 Dummy Gas Mask W Ventilating Fan, он же Obiotrix Toxic Max Style Fan Airsoft Mask. Фу, ничего себе! Приехала данная маска с Алиэкспресса, и в комплектации был сама маска, фильтр, подвесная система и какая-то поролонная хрень. Хочу заметить, что в фильтре стоит кулер, который питается от двух АА батареек. А внутри самой маски есть резиновый канал воздуховод, который подает воздух с кулера к линзам. Хотел сразу отметить, что это довольно классно. Я ведь не держу кусок бесполезного пластика у себя в руках. Хотя стоп, я держу кусок бесполезного пластика у себя в руках. И вот сейчас, вот секундочку, отойдите немного от клавиатуры. Я хочу кое-что прояснить, не договариваться на это. Я со всей ответственностью вам заявляю, данную маску в фабричном виде, то бишь с коробки, ни в коем случае нельзя играть в страйкбол. Дело в том, что линзы установлены изнутри на защелку, и при довольно сильной очереди, там больше 130, есть шанс того, что линза выпадет, а в худшем она просто сломается. И как это вы уже догадались, маска не дает достаточную степень защиты органов глаз. Также я хочу сказать, что сама маска, ее края довольно острые, поэтому привыкайте к напилингу. По фурнитуре крепления довольно жесткие, а сами вот подвесная система, фурнитур как пластик, а пластик говеный, он просто буквально в руках вот чувствует, что он день на день просто сломается, поэтому тоже учитывать фурнитуру придется менять, это как минимум. Также хотел бы сказать о данной маске, что когда вы начинаете ее подгонять по лицу, лично у меня это заняло примерно вот так, на свое большое круглое лицо. Может быть, у вас будет поменьше, у меня тарелка-то стройная. Сильно давит на переносицу. Возможно, я еще не проверял, что с данной маской можно одевать еще поверх очки, но вы прикиньте, если эта хрень давит вам на переносицу, вы еще с очками, и это вообще тотальное... Не. Хотелось бы подытожить по данной маске, потому что говорить-то по поводу нее особо-то и нечего. Что можно сказать, маска? Маска так маска, говно есть говно. Придется очень сильно допиливать. Вы либо будете менять линзы, либо вставлять сетку, это ваше право. Но данная маска не соответствует нашим стандартам защиты глаз. Поэтому делайте, что хотите. А с вами был Ксин, здесь говорит Страйкболь. И помните, это не противогаз. Это просто какая-то жалкая реплика. И придется слишком много ее допиливать. Все, всем спасибо, всем пока. Я представляю себе, знаешь что? О, ну вот, я же говорил, просто взял и выдавил. Ну что за говно? Во, ну ты прикинь, вот если там больше 130, я попаду в линзы, если я просто пальцем легко ее выковыриваю, то что? Я не знаю, на клей момент сажать. На что? На супер клей. Ой, знаешь, отличная маска, знаешь, ну, очень радует, что идея-то классная. Это маска, типа, сделан под противогаз. И вот так обосраться. Ну, просто вот с ровного места. Вот берешь и обсираешься. Феерия. Биг Драго, молодцы. Особенно это я в темноте. Нет, я в темноте. Вот это классно прям.